Этой новости казахстанцы ждали 2 года. Итак, маски можно снять. Их разрешили не носить за исключением медицинских учреждений. На решение межведомственной комиссии повлияла стабильная эпидобстановка в стране. Медики советуют не отказываться от масок не только в больницах, но и в общественном транспорте и местах массового скопления. Учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране, межведомственной комиссии приняты следующие решения. Отменить обязательное ношение масок в помещениях. Сохранить обязательное ношение медицинских масок в медицинских организациях. Сохранить рекомендательный характер ношения масок в местах массового скопления населения, общественном транспорте, в организованных коллективах. Разрешить кабинетную систему обучения в организациях образования. Изменения коснулись и правил вакцинации. Привиться американской вакциной может любой желающий. Ранее вакцинироваться Pfizer'ом разрешали только детям, беременным, медперсоналу, людям с инвалидностью и старше 50 лет. Также решением межведомственной комиссии расширяется контингент лиц, подлежащих вакцинации Pfizer. Он дополняется следующими категориями. Лица, получающие первичную вакцинацию, желающие получить профилактическую прививку данной вакциной. Лица, получающие повторную вакцинацию для выезда за рубеж по различным причинам. Лица, завершающие курс вакцинации, начатой за рубежом. Все группы населения, получающие ревакцинацию против COVID-19. Шымкентцы карантинным послаблением рады. Люди признаются, они устали от масок. Это здорово. То есть можно проходить без проблем куда угодно, в торговые центры. Не нужно стоять в очереди, чтобы проходить ашык и одевать маски. Насчет вакцины ничего не могу сказать. Прекрасно. Прекрасно. А также можно каждому желающему вакцинироваться Pfizer'ом. Что по этому поводу думаете? Это нормально, хорошо это? Очень круто. Я поддерживаю категорически прям. Почему? Потому что так удобно. Так правильно дышится. 2 неделями ранее в Казахстане отменили систему допуска ашык и обязательную термометрию в желтой и зеленой зонах.